Давай. На конкурс «Дети читают стихи» Нестеренко Алиса, 6 лет. Наталья Литвинова, «Семена на снегу». О, зимний лес темнеет строго, морозный блеск и тишина, и облетают понемногу рябины красной семена. Как странно видеть бездыханный на снег ложащийся посев, упав на снежную поляну, тускнеет он, оцепенев. Для невнимательного взора природа севера видна, но разве беден лес, который доверил снегу семена? Весна придет, весна растопит, невыразимый новый пласт, и все, что в нем зима наколь, земле разрушенной отдаст.